Окей, народ. Добрый вечер всем. Добро пожаловать на стрим. Продолжаем сегодня проходить Resident Evil 3. И проверять перевод, разбираться, какие мелочи у нас там еще остались. Напомню, в прошлый раз мы уже попали в парк. Нам теперь сейчас надо будет побороться с червем гигантским. Вот, я так чувствую, будет много боли, но я постараюсь. Я постараюсь что-нибудь придумать полезненькое тут. Так. Ну, травы побольше, конечно же, взять с собой надо, чего нет. Учитывая мою ракообразность, это... It's a must, как говорится. Чертовски не хватает дополнительной этим кнопки на пропуск к катсцен различных на геймпаде. Вот, там с этим как-то беда вообще. Постоянно приходится затыкать на клавиатурку еще дополнительно. Ах ты, господи. Чуть не уписался. Так. О! О май гад! Так, сейчас потише немножко сделаю. Так, ну и теперь, по идее, надо сейчас как-то... Ух ты ж мать твою, он уже здесь. Не-не-не-не-не-не. Что происходит, я так и не понял, ну ладно. Ага, получается. Тут уже все, да? Тупик. Ну. Отлично. Так, сзади кто-то сейчас лезет, да? Да ладно, так быстро что ли? Лол. Я тут готовился, думал, прям вообще пипец будет сейчас невероятный. Тут не пройти, не проехать, там заглотят меня, как в тот раз. Так, не могу. А. Так, еще раз. Так, я могу забраться наверх по этой изгороди. Изгородь. Ну ладно, ладно. Просто там в моем представлении изгородь обычно там зеленая какая-то вещь, но я так понимаю, я ошибался. Ух ты ж мать твою за ногу. Не надо. Так, еще желающие есть? Так, я посмотрю какие-нибудь надписи, плакатики, может быть я пустил, может и нет. Ага. Кто там ползает? Кто там ползает, давай. Выходи по одному. Черт. Как это было не вовремя. Да ладно, не по... Да в смысле не попадаю? Их двое. Так, один ушел. Второй пока не ушел. Ну и хрен с ними, короче. Я так понимаю, но там все равно в канализации не было ничего такого. А, кстати, посмотреть вот эту штуку друга. А, я ж не могу ее посмотреть, пока... Надо было посмотреть чуть раньше, но... Интеграция фонтана меня... Ну да, да. Ты травы, господи, ты боже мой. Ну, я прихвачу на всякий пожарный, мало ли там что, как бы. Так, другая часть парка, видимо, закрыта на реконструкцию, да.
Так оно и было. То же самое. Так, табличка нет? Нет, ничего. Итак, мы... Это уже... О, матерь боже. Так, не, ребятки, не. Я буду... Господи ты, боже мой. Так, не, пора, наверное... Пора брать дело в свои руки. Так, хоп. Так, жабы есть? Это вылезут по-любому. Я помню, тут должны выскакивать прям. А нет, походу... Боги рандомно пощадили меня сегодня. Так, еще раз почитать, значит, что тут у нас я. Что я мог упустить? Ага. Угу. Хорошо. Не, больше не нужно, нормально все выбросить. Заходим. Заходим. Значит, смотрим, что. Ага. Так, тут у нас сейчас будет стычка. Ну, я вот уже начинаю думать, конечно, на какой из вариантов взять по-хорошему. Тараканатор, привет, добро пожаловать на стрим. Ой-ой. No. Человек тентакль. Да спрыгнуть. Нет. Мои тентакли. Да нормально. Только начал там стрим, сейчас пока вот это. Разбираюсь, что-то как. Червя, ну, по-быстренькому ему прибил, неожиданно прям так. Получилось все. Но получилось. Так. А, тут уже все. Без... Возвратно все. О, мама родная. Карлос. Карлито. Выручай. Ага. Thanks, Carlos. I owe you. Listen closely, Joe. They're going to launch a missile directly into the city as soon as day breaks. At dawn? But that's only... I know. We don't have much time left. We have to split up and find a way out of here. And hey, watch out for that traitor Nikolai. Да я сам не знаю. Saint Medium. я чуть тебя не заметил, потому что ник тоже красный. Я смотрю, чё, как где? Так, вижу задник. Вот он. Так, фильтр полностью забит, из него вытекает жидкость с неприятным запахом. Угу. Хорошо. С локационной вроде порядок полный, я проблем там никаких особо не заметил. Ну, Карлос побежал туда, я так понимаю, он... Оу, нет. Оу, да. Так, есть, хорошо, теперь вижу. Не добил. По факту, для уклонения достаточно на просто держать прицел и вовремя нажать кнопку действия. Я даже как-то не нажимал опять же кнопок на других. Здравствуйте. Потрошки. О, да.
Так, система очистки источников вод не функционирует. На экране сообщение об ошибке. Так, и почитать, я так понимаю, нельзя, да? Так, заполнено на дурно пахнущей жидкостью. Отлично. Все красиво у нас пока идет. Так, перед активацией механизма сброса сточных вод. Видите, что весь персонал покинул участок. Так, ближе лучше не подходить. Ага. Хорошо. Тут на золотой. Золотой сент минимум у нас сегодня. Как тут песня? Так, меня беспокоит. Я сразу поперся в этот проход. А что если пойти туда сейчас? Потому что я так что-то. Поскакал и не подумал даже, опять-таки, ничего происходит. Так, ну и пожалуй, надо сейчас. Так. Гитарист играет криво, но прекрасно и красиво. Ну, типа того, да, как бы. Травы-муравы надо выложить. И то же самое, ну, патронов у нас уже на дробовик накопилось. Прилично так. Я думаю, может быть, пока что переключиться сейчас на дробовичок. Он 56 патронов, то чего бы нет, чем мы расходуем тут всякие гранатометы, там тыры-пыры. Ну и подсохраниться можно при желании. Отмычка, я думаю, но понадобится, не понадобится, хрен его знает, что. Я не помню, если честно. Так, тем не менее, ну пулемет, ну пока что поработает, наверное, на нас. Да блин, господин. О, дробовик. И оставшиеся 6%. Пистолет. Мы так и не трогали вообще, я смотрю. Угу. Так, хорошо. И. Ну, пока что там с автоматом, пулеметом побегаем. Сохраняться, не сохраняться, пока не знаю даже. Так, ну я вижу документ. Так, руководство по безопасности. Безопасность комплекса. Поскольку наш комплекс внешне замаскирован под заброшенным... Ага, периодически надо наведываться гражданским. В таких случаях немедленно открывать огонь на поражение. Также, опять-таки, пишется слитно. Если оно используется в значении «тоже». Если оно используется в значении таким же образом, то в этом случае раздельно. Но я по контексту вижу, оно используется в значении тоже, поэтому тут надо донаписать слитно. Так, также, если они пожелают сдаться, арестуйте их и отправьте в лабораторию для проведения экспериментов. Пишется через И. Так, за это лабораторию... Выплачивает вознаграждение. Так, система безопасности. Внутри комплекса контролируется система предотвращения заражений. Если инфекция будет обнаружена в перерабатывающем цехе или бассейне расщепления прототипов, эти помещения будут автоматически заблокированы в карантинных целях. В данной ситуации можете отключить блокировку системы согласно инструкции. Если заражение выйдет из-под контроля, из-под пишется через дефис. Полностью перекройте предприятие и ждите дальнейших указаний. Хочется поставить запятую перед И, но... Ну ладно, пускай так пока. Стреляйте тем любого, кто попытается покинуть комплекс без разрешения. Ага, понял. Так, нормально. Вот. Ну, короче, ошибки подметил там, думаю... Разберемся с этим.
Угу. Так, хорошо, образец воды. Взяли. Раз, два взяли. А, нет, это загадка снова. Боже. Господи. Я так ее боюсь. Каждый раз у меня ходила лаль, часа три, наверное. Так, памятка к эксперименту. В этом случае эксперимент уже написан нормально хотя бы. При изменении параметров обращайте особое внимание на пустые сегменты графика. Ну, это понятно, да. Но мой интеллект слишком уж слаб для решения на подобных задач. Так, будем пробовать. Так, еще раз. Устройство проверки качества воды требуется обязательно. Хорошо. Посмотрим описание. Образец очищенных остоков завода. Прошел тест на ПДК. Хорошо. Так, устройство проверки качества воды. Хотите включить его? Конечно. Хорошо, так, будем думать. Будем думать, будем размышлять. Значит, так. Влево. Так, значит, Б теперь, значит, влево. Даже вот так попробовать. Назад, так, потом третий сегмент. Так, понятно. Так не пойдет, а так может пойти. Заполняет? Заполняет. Но первый теперь у меня, короче говоря, не туда пошел, да? Надо сейчас к первому опять вернуться. Так, поехали влево. Тут пробел есть? Есть. Warframe? Нет. Кто не играл, не знаю. Что это? Так. Ну, я так понимаю, тут сейчас первый вы надо выставить так, чтобы пробелы получились у нас в нужных местах. Я так понимаю, это уже то, что надо. Так, теперь, пожалуйста, второй сегмент. Так, потыкаем сейчас его немножко чуть. Так, ага. Угу. Ага. Если перейдет туда, то... Так, еще направо, да? Так, типа так уже есть. Но про космос и космические приключения, блин. Не слыхал такого, не слыхал. Так, посмотрим, значит, что здесь. Сейчас. Так, ну понятно, это не... Это уже как бы выстроилось тут. Пробел. Ага. Ну, получается, абсолютно на пустой надо участок, что ли? А не получается абсолютно пустой сделать. Получается вообще фигня какая-то. Ну да. Так, тут есть, короче, пики. Надо разобраться с пиками. Первый теперь обратно сейчас. Поковыряем. Так, понятно, значит, наложится. Тут вроде как есть. Наложил. Так, здесь два всего только, да? А надо три. Так, надо три. А чтобы получилось три, тут надо думать, короче, сейчас еще. А думать нечем. Ну хорошо, отталкиваемся
от пробелов. Опять пробелы, по-любому, как бы они определяют, что тут уже можно, а что нельзя. На первый у нас обратно на получился с таким. Поехали на Б. Покрутим сейчас. Сейчас мы так накрутим, что охренеть просто. Так, тут есть, тут есть. Ну, по-хорошему наложить на... Да, сюда. Вот. Так, там пик получается. Тут у нас вырисовывается, там есть. Хорошо. И теперь надо покрутить третий сейчас. Ой, господи, мой интеллект. Он просто горит. Горит, чертова матери. По-моему, это то, что надо. О, просто вообще. Уф. Я так один раз накрутил у соседа целой воды. Целый день воды не было, блин, лол. Тараканатор вообще мочит. Так, на качество воды соответствует уровню безопасности. Хорошо. Четенько все. Так, проба воды. Окей. На качество воды соответствует уровню безопасности. Ультрафиолетовое излучение очищает воду. И есть небольшой слот для пластиковой карточки, которой у нас пока нет. Но, тем не менее, мы свою работу тут, по-моему, сделали. И я даже как-то... С первого раза раздуплил. А раньше уж эта головоломка казалась мне невыносимо тяжелой. Я тупил на по 3 часа буквально. Там уже я чуть ли не ревел как-то. Но к счастью, обошлось. Так, значит, это мы сейчас объединим с барахлом вот этим. Вот место поменьше у нас теперь будет. Это 461. Перевод мой совместно с автором проекта. Так, здесь можете сохраниться и использовать печатную ленту. Да. Сохранить, сохранить. Так, мониторная, хорошо. На выход. Так. Нормально, без надписей все у нас. Без надписей. Ну и разумеется, добро пожаловать на стрим наш. Поковыряем тут, посидим. Я надеюсь, я хоть за этот стрим допройду наконец-то ее. Ух ты ж какая. Фу. Красивый. Это пока что сейчас тестовая ян-версия. Я проверяю на наличие косяков. Ну и косяки обнаружились, поэтому полноценную ян-версию уже попозже немножечко выпустим. Вот. Ну, переводил я, поэтому и грамотно все. Ну, как бы, не только я, конечно же, переводил. Но в качестве переводчика и консультанта в проекте выступаю я, потому что я преподаю английский язык. Ну и образование у меня переводческое тоже есть. Так, трава-мурова. Иди, пожалуй, ко мне в карманы. Что-то я чувствую, я получу сейчас, наверное, на пощам. Там же скоро там цех утилизации будет. Так, здесь работает какая-то система мониторинга. За шрифты можешь опять-таки поблагодарить автора проекта. Это само он, то промудохался, конечно, знатно. Но вымучил все-таки. Я не из Москвы, нет. Перевели на тройку, но с моим участием есть переводы на второй части на PlayStation 1. Первая ям-часть, ну там я частично
на принимал участие, поэтому мой перевод не там самый лучший, скажем так. Потом перевод Resident Evil Zero, получается, тоже. Я в команде, где помогал переводить ребятам. И там что там еще у нас? Да пока что там вроде бы все так. Вот. Поэтому такой момент. Вот. Ну и как бы цель этого проекта — сделать Resident на ПК таким, чтобы его можно было играть без проблем. С лучшим качеством и переводом, разумеется. Так, значит, карта завода есть. Оп, завод смерти. А по поводу завода, да, смерти надо будет где-то еще посмотреть. Там действительно так написано в исходнике? Я что-то не очень уверен, конечно. Так, ну пересмотрим. Так, тут, значит, что у нас? А, система безопасности, питание системы. Это... Так, не знаю, режим проводы. Ага. Так, есть ручная проверка. Ну, а ручную проверку мы уже будем делать чуть дальше, да, я так понимаю. Так, здорово, согласен. Озвучку мы не озвучивали, потому что озвучка только испоганит в впечатление от игры. Я в принципе, не признаю такие проекты. Николай? Вот, озвучка у нас оригинальная остается, потому что то те пиратские озвучки, которые есть на текущий момент, они корявые. В том плане, что перевод кривущий. Так, значит, 25 апреля сегодня мне исполнилось 30 лет. Это мой первый день на новом рабочем месте. Так, погоди. А к чему тут точка с запятой? Я думаю, лишняя, да, тут точка с запятой. Надо, да просто, может быть, запятую. Так что здесь у меня нет таких строгих обязанностей, как в университетской лаборатории. 14 мая, начинаем установку систематизации. В ней будет использоваться особый вид газа. С его помощью мы уже можем расщеплять. Ага. Так, тем не менее, система все еще нестабильна. Но прежде чем вводить ее в эксплуатацию, нужно провести ряд дополнительных тестов. Хорошо. Так, когда я смотрю на цех переработки, дверь внезапно захлопнулась. Запятая нужна еще одна. Перед И, получается. Дверь внезапно захлопнулась, запятая. И я оказался заперт посреди этой жуткой вони. Так, с субтитрами тоже пойдет. У меня на компе как раз ремейк Zero. Ну вот. Но Zero, опять же таки, если перевод мой стоит, то в принципе можешь оценить. Он как раз, по-моему, используется в этом. В Steam тоже. Так, с другой стороны, это стимулирует изучение английского. Ну, да, как бы. Ну, для меня всевозможные озвучки и прочее, учитывая, как озвучивают, господи, наши актеры, это мерзко. Лишь единицы, которые понимают именно исходник, могут передать эту, скажем так, эмоциональную там составляющую. Поэтому оригинал как бы на первом месте, но и сабы. Максимально на подробные, максимально правильные, скажем так. Так, я не мог выбраться оттуда в течение часа. У меня была с собой ключ-карта. После запуска процесса она бесполезна. Угу. А, блин, господи, я не... Так, сейчас, короче, не дочитал. Так, дайте мне дочитать, пожалуйста, этот... Так, нет, это не тот документ. Так, управляющего. Погоди, я потерял что-то, нет? Так, ну по идее последний же должен быть этот. Ну, кстати, у нас тут что-то вылезло, да, по-моему.
Так, так, факс из управления. Так. Там, где спешить не надо. Ну, так. Так, ребят, либо пожертвовать этим качеством перевода в угоду до людям, которые медленно начитают, либо... Ну, понимаете, сам. Экшон? Ну, так экшон, как бы тут... Блейд Сатана, хай, друг. Добро пожаловать на стрим. Так, сейчас... Там у нас был это дневник, да, получается, но не главврача. Так, управляющего или нет? Да, да. Так, наконец-то. Это было. О, теперь дальше. Так, 7 июня последняя партия подопытных их было больше обычной, все оборудование в ужасном состоянии, персонал лаборатории не реагирует на мои замечания, и меня это очень расстраивает. Проклятие. Чертов доктор Франкенштейн. По поводу Франкенштейна, так ли там было? Перепроверить надо еще раз. Так, 16 июля. Система не справляется с постоянно растущей нагрузкой. Качество медицинских растворов пишется с одной N. S, господи. Так. С одной S. Которые присылают для химической переработки. Хуже не придумаешь. Так, что там у нас дальше? Oh, Savvy, hi. Welcome to the stream. It's been a long time since you visited last time, but I guess you can say the same about me as well. Well, I'm playing Resident Evil today, and I'm checking my Russian in the translation, so I'm gonna be speaking mostly Russian, but anyway, feel free to write it in the chat as you please. Так, а что вы сказали насчет практики? Когда изучил игру на русском, потом играешь на английском, помогает изучение языка? Ну, там, скажем так, абсолютно на бесполезным, конечно, это не будет. Вот, если ты целиком знаешь. Ну, если ты после этого в перевод запомнишь или там сможешь использовать эти предложения из игры, то пожалуйста, это да, это хорошо будет. I've been on a state in vacation. Oh, I see. How was your vacation? Еще не подписано реально годный стикс. О, Блейд Сатана рекламу уже понес. Парни. Так, how are you today? Я тоже немного знаю. Да. It was great. Oh. Did you go somewhere, camping or... Привет. Yes. Well, she knows that. She knows. Привет. Так. Так, ребята, одну секунду, сейчас. Уровень заражения повысился, антитела, которым мы себе будем, не справляются с новой мутацией вируса. Часть моих коллег уже инфицирована. Я продолжаю работать, но на тебе все равно. Так, понял. Там не хочется рыдать, я не хочу умереть вот так, только не здесь. Мне страшно представить, какой ужасный может быть на смерть. Да. So, everything seems to be correct. I was visiting... Тараканатор, не пиши, пожалуйста, там drug, потому что это там наркотик. Том человек сейчас перепугается. Вернее, уже как бы посмеялась. Я ничего не понимаю, но очень интересно. Ну, I'm saying I will be switching between English and Russian, so
Anyway. Угу. And spray and the key. Yeah. Джек. Well, yeah. A friend is a друг in Russian. So now you know another word. Oh, oof. Yeah. Так, на доске расписан еженедельный график, хорошо. Oh my god. I've been waiting for this puzzle to come along, but it always is something I struggle with. Alright, so I guess I should... Uh-huh. Uh-huh. Oh, come on. Mm-hmm. Yep. Дела мне как-то... Yeah. I told the chat about that. Well, it's funny, yeah, I know, but that's just how Russian is. Да, дела нормально, как бы, ну, это со мной. Да, да, фига работы, но я пытаюсь более-менее успевать везде, как бы. Так, уже на системе безопасности, перейдем в режим, где там, да. Yep. Вот. А пока что прохожу там курсы повышения квалификации, пишу учебник, проверяю перевод. Вот. Это ближайшее, скажем так. Ага. Угу. Ближайшие я дела как бы на этот месяц. Привет, друг. You do that. He will be happy. Happy друг. Ага. Ага. Let me out. Is there anything else? I'm not sure. Key card. I don't have a key card yet. Так, в данный момент ты где работаешь, если не секрет? Я работаю в лицее преподавателем английского. Я, по-моему, уже рассказывал, или нет? Alright, it seems we have to drop off some gear. Just to make room for everything we can find. Shotgun. Maybe we also should save. Yeah, I think we should save definitely. It's been too long since I've saved. Да, господи, не переживай. Я периодически уже сам забываю то, кому я рассказывал, уже кому нет. Так что все хорошо. Так. So. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Die, you creature. Ага. О, май гад. О, ну. О. Jesus Christ. Ага. Так, у нас нету ключ-карты пока, да, и это вход, я так понимаю.
в комплекс, надо посмотреть, что тут еще я пропустить мог. Угу. I've never seen you play anything violent. Well, I guess there's a lot to see because I'm kind of into horror games and old and PlayStation games, and most of them are violent. Like Resident Evil or Silent Hill, which I'm working on. Well, if you remember, I am working on a scene from Silent Hill, so I'm remaking an cafe or a diner. Oh yeah. By the way, Sabby, can I ask you a question? It's about my in translation, and I'm kind of lost. Well, I wrote it in Discord not today, and to Vanya, I tried to help me, but I would like to get a second opinion, if I may. Часто электрообороны, ничего необычного. Так, хорошо, нормально. Так, системный диск открыть дверь. Yeah, so what do you what do you think about that? Oh no. Let me out. It's a trap. Oh jeez. No. Oh my god. Ooh. Тобиас, привет. Нормально, опять проходим тут и проверяем перевод. О, oh, no. All right, as far as I remember, I should shoot these I'm dead. I'm so dead. Oh, open up. No, please don't. Oh, come on, shoot it. Shoot them, please. Yep. Ah, he's too smart for that. I am. Ah, damn it. No. Oh my god. What the hell? Oh, come on, get up. Get up, darling. We have to fight. Ooh. No. Wake up. Alright, so, it sounds like the definition of lay means romantic or physically involved. Mm-hmm. So, I found a phrase, the lay of something means like the gist of something or the essence of something. So I wonder if that could be the case. Or is it just about, you know, romantic thing? Так, джойстик, да, ты слышишь еще и несколько раз услышишь, потому что опасно, как видите. Я еще и забыл, как играть вообще, поэтому тут надо
Оп. Ну да. Ну. Ага, понял. О, Jesus. Open up. О, come on, come on, come on, come on. Open up, open up. Yeah. Фух. Oh, oh, Jesus, come on, run, Jill, run. All right, combine, and that is, mm-hmm. Yeah. Oh, the smashes and geometry are terrible. Yeah, it's a PlayStation 1 era, so they should be like that. It's all about these dummy figures and re-rendered to backgrounds. But anyway, we are working on remaking that, or at least enhancing the backgrounds. Old charm? that's right. Yeah. All right. Moving on. Come on, open up, open up, open, open this goddamn valve, please. You can do it. I believe in you. Open the valve. Open the valve, please. Oh, come on, not. It's not time. It's not time for. Reload. All right, I'm dead. I'm dead. Dead as dead can be. My doctor tells me. One more time. Resident Evil. We have to get him. They took everything from me, but I won't give up. I will survive. Я дед, да. Да, староватый что-то для этого. Так, ладненько, сейчас подумаем. Ленту на место, значит, автомат, я так понимаю, нам не понадобится. Let's take something heavier. I mean, grenades launcher. Так, так считаем, главное, речи. Очень повезло по жизни, ведь речи не использует такую букву, как И. Угораю его по этой букве, прям обожаю. Поделись буквой И с Эви из Естественного Божества. Tobias says that and people who speak Russian have the sound И, or the letter called И. So he says it's a funny sound for for those who don't speak Russian. My dad, I'm dead. Ну да. Так, just a sec. Well, I need to concentrate. Well, focus. Focus, Eugene. You have to take the grenade launcher. We're gonna make the bastard pay. Я не такая клёвая. Interesting, it's just like a combination of letters. Well, I read a definition somewhere.
in English handbook, and it says that "e" is pronounced like you are being jabbed in the stomach. Well, it's funny definition, I should say. Wrong door. Oh, not again, please. Oh wait, did I open that? I can't remember. All right, so once again, I'm gonna just No. Not this time. Not today. Well, wow. Yes. Combinations easy. What? What the hell? What is this? What is this nonsense? Gibberish. Alright, so did I miss any descriptions? No, it's fine. Ага. Стенный диск, которого можно. Так, хорошо, есть. Блин, забываю вечно. Minute of Magic. N is E in Russian. Well, reversed N is like. I can't evacuate. And it feels like I'm gonna die again, but anyway. Gotta keep trying. Stars. Under the stars. Oh, come on. No. Oh, are you kidding me? Oh my god. Whoop. And take that. And no. Wake up. Stand up. Run. Run like it's the last time you are running. So please. Yep. Oh. Whoa. The valve. Come on, it's the valve. Oh no. I'm so dead. Oh, my ribs. Come on, Jill. Oh, oof. What the heck? Ah, Jesus Christ. Whoa. Стируешь. Не, ну я тестирую, что это самое. Тут же как бы... Но пока что то переводить-то нечего. Ты сам видишь, опять пройти надо сейчас. Jill. Well, I'm not a masochist, I'm just
lame player, so that's what I do. I'm not okay. Oh, come on, Jill, run, run. Please, I'm begging you. Just run. Oh. Really? Ну, я помню, что по трубу вам надо, но я не того. Там не получается у меня, короче. Не получается прицелиться. Угу. Alright, so I can get away from this place. Open up. Whew. And he's gone. Хорошо. All personnel evacuate immediately. Да. Так, нормально. Ага. Замечательно. Так, надо перезарядиться. We should reload. Just to be sure. Whoa! Too many zombies. Zombies. Oh. I gotta take that herb. And also we can save. Alright, so yeah, I'm taking the ink ribbon and I can save. You know what? I'm gonna take the powder. That is normal. Combine that. Yep. Let's take another one. Grab everything you can. All right, so it seems to be fine. So we are going to insert a card. And it worked. But oh, grenades. Well, it seems like I didn't open another door. Yeah.
Ага. Угу, I see. So, I still need another card to be allowed into that area. Так, сейчас, парни. О, забавно, надо так сразу за монстрами все поразбегались прям. А пока что нет. Но почему? Потому что я хочу посмотреть. А, вот у нас вылезла тут за края, получается. Подходит к считывателю карт в комплексе очистных сооружений. Вот, хорошо, короче... Не зря посмотрел как раз. Alright. More herbs. Eat your veggies, Jill. Okay, so... Oh. Good. Any documents or anything? Spray? I'm gonna take it. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо. Так. Mm-hmm. Отлично. Так, косяков а пока не вижу здесь, в этой части. You're still alive. Such persistence. Николай? Sorry, but there is no escape from here. Oh, no. Oh, wait a minute. Oh, whoa, whoa. No. Whoa, what the hell? I don't have anything to shoot. Although I'm sure I'll miss you, it's time to say goodbye. Uh-huh. You can either accept death with dignity or die with regret. It's entirely up to you. What an accent. Jesus. Oh. Those. Jill, what Russians. Carlos. Николай beat us to the chopper. Ага. Так, все верно пока. I guess this is it then. But I don't want to die in a place like this. This isn't over yet. I'm not giving up, Jill. We still have a chance. Yep. We still do. Jill, uh-huh. That's it. We've got to find a way out of here now. Так, вот здесь смысл косяк был опять же таки. Missile attack confirmed. Warning. Missile attack confirmed. Emergency level D. All personnel evacuate immediately. Uh-huh. Там было сказано, опять-таки, we gotta find our way out of here. То есть нам нужно найти выход отсюда. Вот, поэтому вот эта строчка-то там, где горится. А теперь пора убираться, вот надо будет поменять ее. Так, на что мы с собой возьмем? Мы с собой... У нас есть ключ еще. Я не знаю, он нужен вообще или нет. Так, у нас есть магнум еще, хорошая вещь, конечно. Но я пока что придерживаться буду до того, что у меня есть. Выложим траву. И подсохраниться, по идее, можно здесь, да, еще? Погодите, тем записка. Записочка.
Ага, инструкция на инвентаре. Так, мусоросжигательный цех — это предприятие по переработке отходов, которые образуются в каждом исследовательском комплексе. На цех сжигают мусор и старое научное оборудование, не подлежащее химической утилизации в цехе переработки, и является основным источником питания комплекса. Ага, хорошо. Избыточная электроэнергия аккумулируется в огромной батарее, установленной на подземном уровне предприятия, которое в свою очередь служит резервным источником питания в лабиринте. Ага, хорошо. Резервная электросеть активируется после установки трех аварийных модулей соответствующего разъема. Если система не запускается автоматически, можете включить принудительно, установить все аварийные капоки вручную. Хорошо. Вот, но здесь нормально, все четко. Но проблем не вижу. Open up. I'm ready. Oh. Не болят глаза? Да нет, я люблю такую всю графику. Я вырос на ней. Я еще вам не показывал игры на DOS и Nintendo. Так. Я по-прежнему по-прежнему пишется, по-моему, через дефис. Вот такой момент. По-прежнему считаю, что пока еще слишком рано использовать меч Парацельса в условиях реального боя, хотя это неизбежно. Хотя это неизбежно. Если нам нужен козырь в операции, то по захвату уже вируса. Хорошо. Рельсовая пушка, мощное оружие, вообще огромная разрушительная сила, однако не стоит забывать о мерах предосторожности, так как у него все еще есть. Так, оружие, да, у него нормально все. Так, ряд нерешенных проблем. Технологический отдел, полковник. Ага, да. Да, да, да. Так, хорошо. Фрэнклин. А, ага. Alright, alright. Secret photo, and there are two tyrants here, yeah? Ага. Ага, да. That's it. Oh. Okay, so... Hello? Ага. Так, вот. Ага. Получается, начинать надо, я так понимаю, с первого только, да? По очереди их тыкать. А первый у нас где-то здесь. А, нет. Хорошо, по... панелька надо посмотреть на панельку. Угу. Warning, there is not enough power to activate the system. Угу, хорошо. Так, по направлению, зенит питания внешних устройств активировано. Хорошо. So, I need to manually push the power supply blocks or units. Угу. О, нет. О, no. It's still alive. Ну да. Кто-то переел чебуреков. Так. No. Please don't eat me. I'm not tasty. I'm just a Jill sandwich. Oh my god. No, it doesn't work. It doesn't work that way, so please leave me alone. Alright, it's going this way. So I'm gonna push the last one. Come on.
Джилл! Ага. Угу. Угу. Так, хорошо. Энг SC2, или Энгс, привет еще раз. Если чего не поздоровался. No. No, please. I gotta stay. Staying alive. Let me take these. Whoa. Oh my god. Oh, come on. 3, 2, 1, 1, 1. Did it get it? No. It didn't work. Oh, Jesus. Wake up. Wake up. Run. Okay. And another one bites the dust. All right. Боссов тут полно. The whole essence of Resident Evil is in in endless mutations in bosses. it's really tough, you know. Kill the monster. Oh. I know what you're thinking. How many bullets did I shoot? And 5 or 6. Yeah. so do you feel like a punk? All right, I should read. Nothing to read. All right. Okay. Carlos. What are you talking about? Don't you hear that? There's a second chopper, and it's here to rescue you. But who is it? Who could possibly be looking for me? It doesn't matter. We just have to be there when it lands. Парочку моментов так не понравилось. Это там быть здесь. А второй момент, там не говорится, что есть вертолет, получается. Ну хорошо, я пересмотрю потом еще. Ага. I'm ready.
That's it. Umbrella's going down. Mm-hmm. Так, не плакать. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. Ну, так и есть, да, его бы просто сожгло, так сказать, и все тупо. Ну, well. Game physics. The chopper would be burned out. But anyway. Так, хорошо, прошли наконец-то это дело. Все, значит, у нас первый сценарий как бы порядок. Schedule manager. What? Вот. Второй еще надо допройти вариант на харде, где, потому что там у нас есть эти дополнительные плюшки с оружием. Я как минимум должен почитать их описание, и плюс еще те выборы, которые я делал за Джилл, надо переиграть, поменять. Вот. Ну, поэтому в принципе на смысл есть еще попробовать разок, но пожалуй пока что с первым прохождением там все. Мы пойдем сейчас, наверное, помоделируем чуток и спать. Вот, потому что то половина 11 уже, а завтра на уроки. А уроки мне, да. Ну, примерно вот так все у нас обстоит. So, for those people who speak English in chat, I will move on to modeling right now. So, Resident Evil is finished for tonight, but I will get back to it when I have more time. No, because it's not easy to, you know, to make time for everything. Не домофон? Да, нет, господи, я таким не занимаюсь. Ну, вернее, можно, конечно, сделать, но у нас сегодня на повестке другие вещи. Okay, so as far as I know, I have unlocked some epilogues. I need to check them out. 5 часов играли. Ну, почти 6, да. Okay, so time is 5 hours, and the number of saves is 16. Next, please. Домофон на стриме у сам Mars Builders, короче говоря, пилил чувак там сидел в блендере. Ну, я так понимаю, ну, парня от этого устали немножко. Во. Alright, so Resident Evil 3 Nemesis is done, and I'm gonna switch to the 3DS Max just in a minute, so stay tuned.
Не паникуйте, я просто так переключаю музон. Просто я хочу нормальный поставить музон сейчас себе на моделирование. Just a sec. Да, это мелодия Мэнсона, поэтому там я бы лучше ее не использовал. Так, запускаю Geo 3DS Max, меняю название там стрима сейчас, и погнали. Alright, so information has changed. The title of the stream is changed as well, and we can start. Let me just finish my preparations. Ну да, авторские права такая штукенция у нас. Так. Сейчас, парни, там запускается все пока что. В принципе, там из того, что мы сегодня должны делать, у нас еще до хренища там всего, короче, осталось. Я, может быть, попробую сегодня запилить жалюзи. Пиксельная заставка как покруче была. Ты про конечную, по которой я заканчиваю обычно на стрим. Если я ее сейчас выключу, народ не поймет обычно. Так, у нас остался. Кто у нас сейчас? Сантараконатор остался. Тобиас. Тейд. Commander Root. Бананин. Проект там не коммерческий, но я задолбался на ютубе бороться с постоянными страйками, которые, скажем так, мешают там сильно. Ну, загружаешь что-то видос, да, получается, тебе кидают он страйк. Ну ладно, ты монетизировать не можешь, хотя было бы неплохо. А, кафе, который делал? Так, погодите, я же вроде как заставку не ищу. А, ты про первую вот эту, что ли, которая вот эта сейчас? О, и кидает он страйк тебе. И ты такой, ну ладно, нам черт с ним, с монетизацией, но когда тебе еще и запрещают показывать во всех он странах то, что ты настримил там за 5 часов, это пипец, конечно. Поэтому я решил придерживаться правил, скажем так. Ну, более-менее придерживаться. Вот этот пакован музона, на который я нашел, пока что вроде на страйков не набирал, поэтому я постараюсь осторожно подбирать и тестировать на плейлисты. И постепенно мы придем наконец-то к тому, что нам надо. Так, значит, в прошлый раз мы закончили с ножиком. Давайте посмотрим, что у нас еще осталось.
Так, у нас еще осталось радио. Там непонятного какого-то там вида. Я не знаю, тут куча кнопок просто. Я, черт, вон знает, как это лучше продумать. Но пока что, наверное, страшно набраться, учитывая, насколько нам осталось до конца стрима. Поэтому попробуем мы пока что жалюзи сделать. Жалюзи. А, во. Тун, что у нас еще там осталось? Так, потолок у нас уже... Потолок у нас уже в принципе-то был готов. Почему именно нам жалюзи? У треков, которые прослушиваем сейчас, по крайней мере, я заливал уже разок записи, и я страйков он сильный не получил там, слава богу. Обошлось. Так, сейчас, парни, сейчас надо подумать. Почему именно нам жалюзи? Хорошо. Выбирай тогда, что мы будем делать, если я посчитаю нужным, то попробуем. То кофейную машину я пока так еще и не понял. Ну как пилить, но я имею в виду, я то не уверен, как бы, что она должна быть такой топорной прям. Именно в этой комнате, да. Потому что то я переделываю целиком эту комнату. Давай так, я уберу сейчас то, что уже готово, да? Так. Значит, это у нас тоже уходит как бы на покой. Потом, значит, эта часть у нас уже почти как бы... А, кстати, тут еще надо затекстурировать. Страйков накидали прилично нам, да, в том числе меня забанили за использование Muse, получается. И я не смог видос этот показывать во всех странах. Вот даже такое получилось. Ну... Хрен с ним, короче. Кетчуп уже все. Значит, можем поработать над плакатами, если хотите. Плакат у нас как бы есть уже. Можно поразмыслить над тем, как его запилить дополнительно. Так, ребят, меня что-то, блин, изжога прихватило одну. Пару секунд. Поставлю чайник пока что. Так, продолжим. Итого, плакат, значит, поехали по плакату. Значит, сейчас я изолирую плакат. Понятно, что нам сейчас просто да, в принципе, пересоздавать особо и нечего, как бы, если так брать. Да, я про соду как раз и хотел, но предварительно прокипятить воду хочу. Ну, поможет, да, я пользуюсь тоже методом этим. Так, плакат, который сейчас мы подбираем, да, это, если кто не знает, это Стивен Кинг. Так, старый goddammit, да? Вот он. Вот. И сейчас вам покажу это все дело. Да, блин, размер только опять-таки меньше. Вот. Короче говоря, это еще 70-х годов, да? Плакат. Так, кстати,
Ти, у нас уже есть готовый плакат. Но почему бы не использовать его? Ну, конечно, на сигаретный пепел тоже перебор, но... Что мне тут не нравится, это... А, ага, понял, тут автор, короче, оставил целиком, как было все, да? So that's Stephen King. One and only. Так, ну, что напрягает меня, это шрифт, который используется, потому что на исходном постере он не такой. Я пока, наверное, на сохраню попробую, сейчас-то там дело все. Чисто про запас. Так, потом какие у нас еще варианты есть? Да, да, дать мне исходник. Ну, опять же таки, он, видите, да, какой он был. Reddit. Reddit. Пиксели, пиксели на пиксели. И пикселем погоняют. Оу. Так, сейчас, парни, надо подыскать, что там по размеру. По размеру это раз, а второе максимально соответствующее. Ну и то же самое, тут постеры различные используются из кино. Вот тут кладбище домашних животных, он недавно как раз ремейк вышел. Это опять же таки из фильма «Мам-психопат». Это Кэрри, там Стивена Намкинга экранизация тоже. Вот. Так что там Silent — это такая вещь напичканная. Он, пожалуйста, вам опять-таки «Молчание ягнят» тоже есть. Поэтому чем мне нравится там Silent, это тем, что это там концентрация просто там дичайшая там всяких. Отсылок, пасхалок, там, скажем так, такое вот. Так, 377. Давайте поменяем сейчас размер на большой. Посмотрим, какие тут можно использовать плакаты. Или средний хотя бы. Так, ну хорошо, шо, тогда хотя бы средний. Так, ну и средних у нас вот этот есть, 460. Ну, при желании можно, конечно, увеличить, взять еще при помощи искусственного интеллекта, думаю так. Ну, пожалуй, сейчас это еще откроем. Вот, или даже вот это прямо, смотрите, как оно. Там запачканное как раз все. Перекрасить... чуть-чуть и будет как раз то, что нам надо. Так, хорошо, размер тот же самый. Так, посмотрим еще здесь, значит, что здесь. Так, блокировать, конечно же. Art and suspension. Так, сейчас, парни. Еще один плакат. Я подыщу, пожалуй, на всякий пожарный. И все. Чуваки прям уже поменяли. А хотя... А, нет, 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 нет. Если посмотреть, то на шрифт на исходнике кин такой как раз, который используется в Silent, поэтому я так его и сделаю. Так его и сделаем. Так, есть, есть, есть. Так, ну хорошо, в принципе, поработаем, пожалуй, наверное, с плакатом этим сейчас. План такой. Сейчас я это дело в фотошопе переделываю.
перекрашивая плакат. Нет. Перекрашиваю плакат. После этого я еще подыщу какую-нибудь нормальку. Или даже не нормальку. Это можно в принтере нарисовать. Нарисовать тьмятую его бумагу и блики, я думаю, вот такое. Так, слушай. А если мне, например, начать настримить и не выкладывать это на YouTube, никаких проблем не будет? Но проблема какая? То, что тот Twitch постепенно наудаляет твои записи каждые там 6 дней или сколько, я не помню. Поэтому я на все свои стримы заливаю на YouTube для хотя бы сохранности, да, потому что там некоторым может быть интересно посмотреть будет. Вот. На Твиче как бы по барабану, но то, что ты постримил, оно как бы, оно не этот. Максимум, что могут тебе там сделать, это там перекрыть звук в некоторых местах. Ну, поэтому такое. Так, кадрирование перспективы, наверное, используем сейчас, давайте. Так, потыкаем сюда. Ну да. Ну, как бы, опять же таки, посмотри на там себе. Наш на стримит, как бы, нарушая некоторые авторские права, но как она там сказала, и по барабану. Вот. Если посмотреть на других стримеров, вот таких как Cryotic или же Vinesauce Joel, то там ребята именно заморачиваются. Ну, потому что это их уже заработок, да? Если бы я мог зарабатывать этим, то я бы тоже опять уволился из лицея и просто там сидел бы на стримил сутками. Так, тут есть, там есть, хорошо, значит, обрезание. Так, ну что-то у нас пошла музяка такая очень жесткая. А давайте поменяем. Так, сейчас у меня тут еще тормозит, все начало жестко. Да ладно, серьезно? Ну, допустим, ладно. Допустим. Так, теперь мне нужен исходник, параллельно посмотреть, что по цветам у нас, потому что иначе я тупо ни хрена не сделаю. Исходник, значит, выглядит у нас таким образом. Ну, по-хорошему надо, да, сейчас открыть просто текстуры дополнительно и посмотреть, что происходит там. Так, где кафе ремейк? Так, вот у нас кафе ремейк, значит, поехали чехлить. Так, ремейк. Там текстуры. И на какой-то сейчас из них плакат есть. Ага, вот он лежит. Хорошо. Я то же самое его перетащу сейчас в Photoshop. Так, выделение убрать. Перетащу как еще один документ. Где-то так. И погнали. Ну, кстати, по текстуре жалюзи здесь можно как раз и набросать там всякое вот это дело еще. И еще мне надо, Дан, выдрать из игрушки одной про пинбол вот пинбольный автомат. Разобраться, что там, да как вообще. Так, я бы такой, наверное, что просто поверх сейчас кинул как слой. Да ну блин.
про запас опять пускай лежит. Вот. И... А хотя, наверное, нет. Или да, или нет. Или вообще не знаю. Короче, вариант еще такой есть открыть просто в... этом, в просмотрщике. В самом обычном. Пускай окно у нас висит. Вот. И мы туда периодически подглядывать будем. Так, по цветам, скажем так. Ах, выборочки. Так. Это есть. Значит, буквы должны быть красными. Поэтому мы их сейчас будем то же самое выделять и пилить. По размерам тут понятно, что, что понадобится потом изображение поменять по размерам, которые соответствуют текстуре хоть какой-то. Так, тебе администрация образовательного учреждения не прикладывается стремиться, типа, в данном случае в России можно что-то доверить эротически, да, чего угодно. Но это в России, как бы, но в Украине, ну, скажем так, администрация не в курсе, наверное, что я стримлю, потому что, то, во-первых, это им не интересно, а во-вторых, они не настолько с технологиями, там, скажем так, и последними трендами на ты, чтобы это просматривать все. А, ну, и, исходя из того, что, что ну, все простейшие там задания, ну, не простейшие, скажем, а связанные с компьютером, периодически просят меня еще сделать. Потому что... Потому что, короче говоря, не могут сами ничего сделать. Так, ну и поехали. Значит, сейчас это будем подкрашивать потихонечку. Признаться, я давненько уже как-то в Photoshop не заходил. Но тем не менее. Так, у нас еще, по-моему, там на текстуре не должно быть деревьев, поэтому я попробую их вообще обрезать тоже сейчас тут. Так, дайте мне чуть больше фактуры. Да, блин. Промахиваясь каждый раз. Так. Ну, Twitch, чему далеко не новейший тренд. Ну, да, да. Я не знаю, вы хотите меня довести? За стримовой. Я, по-моему, вроде как не никому ничего плохого не сделал. Так, значит, что там у нас? По сути, я конкуренции даже не составляю, потому что я не получаю со стримов ничего. Буквально на пару раз мне там задонатили, и на эти донаты тем куплен был частично Resident Remake. Я с зарплаты там положил, короче, да, и этот. И донатов на 500 гривен. Поэтому я не вижу там ничего такого. Ну и как бы для моих учеников это та полезный вариант, он тоже, опять потому что они приходят где-то еще пообщаться, то некоторые могут поучаствовать еще в разговорах там с иностранцами и так далее, что тоже им как бы практика. Поэтому у меня канал такой. Все в одно. Так, та человека тоже ничего плохого не делала. Ну, так фотки сексуальные выставила же. Инстаграм. Ну, понятно, женщина, как бы, что тут сказать. Я, ну, поскольку подобно на этом хрени не занимаюсь, то максимум, что можете тем у меня найти, это мои там фотки в компе, да.
если взломать, но опять же, я их никому не навязываю, так ведь. Так. Так, Маржоми выставила фото в секретном купальнике. Да ладно. Не, ну это пипец, конечно. Я соглашусь, это перебор полнейший просто. А кстати, по музыке там что, не перебивают? Тут не мешает вам ничего? Тут не жмет нигде. Так, эта часть у нас, ага, должна быть. Хорошо. Так. Ну, да, да. Так, к сожалению, дико, конечно. Я наблюдаю за замна тем, что происходит опять в России, и как там все меньше и меньше мне нравится. Потому что, как бы, не знаю, ущемляются права людей повсеместно. Вот, а это как бы вообще дико. Не знаю, может у нас такое и в Украине наступит, конечно, тьфу-тьфу, вы понимаете. Но, тем не менее. Так, ну хорошо, значит, плакат у нас вроде как все. Так, помазюкали порядок. Да, да. Все такие мне говорили, опять переезжай в Россию. Переезжай в Россию, ничего ты в Украине забыл. Ну, я как бы тут забыл здесь хороший интернет. Я забыл тут дом свой. Тут родители, опять же, людей с том, то, которым нужна моя помощь. Так что примерно так у нас все. Так, теперь повыделять, короче, вот эту всю штукенцию надо будет. Так, у меня есть идея. Так, выделение по цветовому диапазону, и я сейчас тыкну в черный цвет, разброс. Повысим. Вот. И можно будет сейчас, сделать следующее. Можно будет выделение убрать отсюда. Вот. Ну и если там есть еще где-то, то же самое, брать его оттуда. Но, к счастью, у нас выделилось вроде как все почти с первого раза хорошо. Так, я попробую. Так, новый слой создать, наверное. Вот. Даже так, наверное, сейчас попробуем. Этот унести, а этот создать через Ctrl-J. Так, у нас интернет неплохой, но крайне как минимум климат теплее в 1000 раз. Ну, да, да. Это есть. Чё-то как-то та странно. Я не пойму, с каких пор начали говорить на Украине. Я постоянно на сколько опять учился и так далее. Это... Говорили опять-таки в. Я такой думаю, кто это все начал вообще? Такое ощущение, как позабывали тупо все. Так, зато в крайней верхней низ ничего не понятно. Мне архитектура Украины больше нравится. Ну как,
архитектура, мне кажется, наверное, на победнее, конечно, будет, чем в России. Если посмотреть на такие города, как Питер или Москва, да, то понятно, это центр, так сказать, бывшего СССР, поэтому там все на высоте, все. Ну как правильно, как бы я считаю, что поскольку название страны, то применять надо в это раз. А второй момент, конечно, нам споры до сих пор еще ведутся. Какой из вариантов лучше там использовать? Потому что говорят, что на Украине обычно говорили, получается, в старину еще. Вот, мол, сейчас и так можно использовать. Но я предпочитаю вариант в. Ну так опять же таки, ты я так понимаю, ты в России же проживаешь или нет? Так, что я хотел? Я хотел попробовать сейчас добавить. Так, где эта шляпа вообще? Коррекция, короче, добавить заливку там какую-нибудь, да? Или фотофильтр. Но не целиком на весь слой, да, а этот. А только на эту шляпу. Так, можно нам не удалить этот фильтр нахрен? Так, сейчас надо подумать. А, здесь же все. Я уже забыл, как пользоваться этим всем. Так, понял, у нас так не работает, да? То есть надо еще и выделение, короче, использовать. Маску там создать, там тыры-пыры, да? Так, масочка есть. Масочка есть. Теперь, значит, к этому слою присобачить сейчас... попробуем там фотофильтр, но... Но я думаю, надо еще какую-то там заливку. Так, цвет, может быть, накинуть. Так, заливка цвета. А почему я не могу ее накинуть именно прямо на этот? Господи. Так, пипетку можно мне? А, я понял, пипетка там только в пределах этого работает, все. Дерьмово. Так, можно как-то сюда это кинуть, нет? Ага, поверх только так. Я не понимаю пока сейчас. Так. Если можно через жизнь уже в Харькове, в России только 4 года. А, понял. Так, ну ты должен знать, что на все говорят на Украине. Ну, я знаю, как бы, да. Потому что... поскольку опять Украина нам раньше считалась частью России, да, то... Там была тогда еще Малороссия, так называемая. То... Так, погодите, а как мне залить только часть? Выделение, опять же, походу, использовать надо и все. Или погодите, сейчас. Так, маска. Значит, создать еще один слой, походу, надо. Пустой, с заливкой. И по маске. По маске, короче говоря, это дело закрыть. А, ну вот оно пошло, как бы вот. Хорошо. Так. Study, damn it. Вот, мы сделаем такой же багровый цвет. Ну вот. И вот это с самых времен еще Малороссии, там Гоголя и так далее. Это прижилось, но то же самое, на большевики так как говорили раньше. Но я думаю, как бы на современном этапе пора бы научиться уже. Excitement, yeah. Так, параметры маски. Так, непрозрачность, понятно. Так, параметры наложения. А ну-ка, можно сейчас тут еще различные контуры, там тыры-пыры такое наложить. Так,
не теснение, пожалуйста, а просто обводочку мне. Обводочки нам налей. Будем сейчас топить. Так, размер, значит, снаружи дайте. Да блин, господи, цвета эти. Ох уж эти цвета. Так, старый демит. Так, 4 пикселя, 1 пиксель. А почему так оно... Твою мать, накладывается странно, конечно, ничего не скажешь. Так, если это убрать... Ага, я понял. Я понял. Так, ну хорошо, этот слой тогда у нас уходит. Тар-тарары. Тут заливочку надо сейчас подкорректировать еще. Маску саму. Потому что прям жестко все. Так, сейчас, парни, одну секунду. Одну секунду. Мне надо сейчас разобраться с заливками этими всеми. О! Ох ты, господи, погодите. Так, погоди, какая заказная? Нет. Я не заказывал ничего. Мне самую обычную, пожалуйста, кисть. Жесткую, круглую. Так, что это будет? Аля, печатает даже? Чё? Ну да. Тут типа как. Там размазывается к чертям все. А, ты побежал? Ну хорошо, давай тогда. Спокойной ночи тебе, ложись там. Отдыхаем. Мы примерно сейчас он через полчаса, наверное, закончим. Тараканатор, спасибо за фоллоу. Спасибо за фоллоу. Так, нам, по-моему, сейчас... Так, белое можно, да? Так, а если для выделения убрать? Забавный получается эффект. Я как будто та кровищу размазал. Что-то прям такое. А, это микс-кисть. Ёлы-палы, я первый раз это инструмент достал, блин, народ. Обалдеть. Кстати, тебе прикольная вещь, мне нравится. Я имею в виду, можно наперемешивать цвета таким образом. Если так, то это, ну, это просто замечательно. Так, пожалуйста, обычную кисточку мне и стереть только то, что не касается выделения. Значит, вот так сделаем. Тут нажимы непрозрачно, значит, на полную. Вот, и поехали. Где-то так хотя бы. Вот. Да. Спокойной ночи там. Окей, так, это у нас есть, но есть еще одна проблема. Заключается она в том, что тут надо сейчас на слои вот эти, типа, пробовать объединить. Или же, погодите. Так, если этот убрать, он вообще ничего не делает, да? Да. Получается вот этот цвет, который у нас есть. Или даже так, наверное, сейчас объединить. Объединить, это раз. А потом нам надо будет сейчас поместить буквы. Погодите, эти выделения же есть. Сделаем проще сейчас, он слой запилим. И я этот слой сейчас буду перетаскивать. Так, старый у нас идет наверх. Запятая, где на. Ага, я вижу растянуто, оно немножко там, да, получится на исходнике. Получается, вот так должен сделать. До уровня чего? Так, до уровня куртки. Там середина получается. Вот где-то так. Это раз. Но потом этот слой у нас стирается через маску. Значит, сейчас масочку добавим. Кисточку берем. Убираем все лишнее. Вот где-то там. Вот. Этот у нас есть вариант. И теперь можно этот слой еще раз продублировать. Или даже не продублировать, а просто раскопировать из фона сейчас. Так, нет, погодите.
Да не, пожалуй. Так. Сейчас, минутку. Та плакат на стене будет? Да. На обратной стороне сойти ровно букву И. Ну, плакат же односторонний, как бы. Тут один полигон. Всего-навсего будет. Поэтому там с обратной стороны ничего как бы вообще не цепляется. Вот ты прям запал на эту букву И так сильно. Так, ребят, сейчас. Продублировать еще раз как? Я забыл опять же J, еще раз, может быть. Да, продублировать. Вот оно есть. Теперь маску можно удалить. Теперь можно это слово перетащить сюда. И получится damn it. А теперь эти пару там слоев пока что скрыть. Слова можно скрыть пока что. И я смотрю, там стоит один только восклицательный знак на этом всем. Поэтому будем сейчас думать. Так, дайте мне, пожалуйста. Да, в принципе, сейчас еще раз один слой сделать, просто про запас. Я боюсь, тут что-то еще менять сильно. Да твою ж мать. Или попробуем кистью сейчас тупо. Оп. И как не было. Был пацан, нет пацанам. О, нет. О, боже. Так, это было слишком. Так, ну ладно, здесь получается нормально. Теперь сейчас вот эту вот часть надо еще отгородить как-то. Я попробую как-то вот так, наверное, сделать. И в рамках как выделения тут полазить как-нибудь. Так. Оп. А, зараза. Так, ну ладно, хорошо. Я придумаю сейчас. I will find a way. Как говорится. Вот пока что можно сейчас он замазать так, как есть, исходя из вот этого всего дела. Так, значит, чуть поменьше кисточку, потому что тут у нас не помещается что-то. Музяка поперла прям. Так, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь отсюда. Так, сейчас подровнять. Ну и можно кистью опять же поводить, тут еще попробовать как-нибудь. Вот, типа так. Так, что по фактуре? Так. Сейчас, значит, это у нас есть? Есть, хорошо. Плакат чуток, наверное, там зеленоватый, конечно. Ну, признаться, сам мне не хочется его делать зеленым. Что-то как-то тут напрягает. Так, значит, фон копия, это слой копия. Значит, маску. Масочку. Стереть одну сейчас. Т-
Так, один знак. Вот и все, как бы вот оно есть. Получается вот со что-то вот такое. Но если посмотреть, вот у нас как оно все. В исходнике. Можно, конечно, на попытаться еще как-то тут там закрасить, там зарулить. Посмотрим. Так, сейчас. Дайте подумать. Так, теперь исходник у нас, который есть, да, мы можем чуть подкорректировать, используя какой-нибудь фильтр. Так, ну посмотрим, какие варианты у нас могут. О, о боже. Ох, ох ты ж мать моя жалко. Забавный такой вариант, да, получается. Но я, пожалуй, чуть более склонюсь к реализму. Так, у нас такой вариант сейчас пока есть. Может быть, быть просто на небольшую цветокоррекцию сейчас он сделает, и все. Выборочная коррекция цвета. Значит, давайте попробуем сейчас у желтые увести немножко вот сюда, прям сделать вот так. Так, потом, значит, нейтральные какие у нас тут есть. Так, черный есть, да? Черный можно или поднять, или уменьшить. Вот, я такой, наверное, чуть-чуть, наверное, потемнее сделаю. Так, потом идет так, черные цвета. Так, там сероватый оттенок, да, должен получиться. Где-то так, хотя. Во, да. Так, кто-то уже ближе к тому, что у нас. Так, еще поработать, пожалуй, наверное, над текстом, который тут есть, потому что я что-то подозреваю, растянуть еще надо. Это раз. Ну, то же самое здесь. Damn it. Так, до каких там пор оно? Ага. Ну, примерно вот до куртки, до края как раз оно и доходит. Вот, так что вот оно получилось. Так, хорошо, плакат у нас в целом готов, я думаю. Можно еще поверх какой-нибудь поврежденной бумаги. Так, сейчас. Так, текстура бумаги. Текстура бумаги. Гуглим, видим, что у нас есть помятый какой-то там пергамент. Тут, короче, тут страшные вещи творятся. Давайте покажу вам, какие вообще есть варианты. Но это слишком помятый. У нас, ну, понятно, как бы, что плакат, но не до такой же степени. Так, ну можем попробовать сейчас оно. Так, сейчас какие варианты тут? Что-то вообще жестко.
Так, не. Так. Ну ладно, мы поразмыслим еще над этим, думаю, как-то. Ну, это может пригодиться, думаю. Так, открыть изображение на вкладке, ну-ка. Так, может пригодиться, но если только в умеренных количествах использовать. Так, непрозрачность, понятно. Заливочка тоже не такая сильная должна быть. Так, и поменять режим сейчас какой-нибудь. Подберем затемнение, может быть, или там типа того. Так, еще какие? Так, мягкий свет, жесткий свет, яркий свет. Так, чувак, шейдер под Minecraft делал бы, потому что... i9 проц! Под Minecraft? Так, оно... там Rain Tracing. Понял, тогда да. Я посмотрю попозже, хорошо? Сейчас надо... разобраться с тем, какой использовать вариант. Так, пожалуйста, маску мне сейчас еще можно. Так, разница 58%. Так, хорошо, значит, наложили маску, сейчас накинули и непрозрачность чуть уменьшить, сделать хотя бы 70, ну ладно, 70-60. Твою ж мать, блин, 10. Ну и кисть, конечно, помягче потребуется. Хотя, что-то получается херня какая-то, если честно вам скажу. Так, не, пожалуй, мы это использовать не будем, все. Я выношу слой, просто сейчас с подкорректируем уровни. Чуть вот так, может быть, сделать. Где-то так. Так, можно что еще сделать? Можно еще накинуть там, не знаю. Тут резкость небольшую, может быть, сделать. Небольшую только. Радиус у нас есть. Остальное уже как бы в Painter. Аким, привет. Да, нормально, вроде как. Закончили сейчас проходить резидент. Перевод тестировали, сидели. Вот. А этот. И сейчас пилим, короче говоря. Дальше ассеты на это ремейк на кафешке. О, такой момент. Так, что там у нас? Так, я, честно, не такой, ничего пропустил. Ну, плакат он сделали, как бы. Ну, заготовку на плакат. Сейчас еще будем через Painter, короче, ковыряться, там делать эти. На помятости, там, блики и прочие такие вещи. Я надеюсь, получится что-нибудь из этого. Вот. Что там еще я хотел? Так, а что вообще в рамке было? Ну, перегорел, что ли? А, блин, народ, черт, я забыл. Сейчас. Мы ж не подогнали под размеры текстуры. Хотя мы можем, конечно, использовать целый атлас. Запилить там на, к примеру,
1К. И сделала несколько постеров там сразу тупо. Сгорел. Ну и я посоветую и передохнуть, пожалуй, наверное, это должно помочь. Ну и через какое-то время опять попробуем тогда вернуться. Так, сейчас, парни. Одну секундочку. Значит, дайте мне открыть кафешку. То и все такие, это самое, в новостях. Наш стример открыл кафе. 2,5 месяца. Так, я хочу... Вуз подыскиваешь даже. Я не знаю, конечно, на смотреть надо по ценам, да, и по топ репутации, наверное, пожалуй. Ну, как вариант. Или же ты можешь обойтись без вуза, просто там пройти курсы, получить корочку и начать потихоньку заниматься. Вот. Извините. Что-то я подыхаю. Так, мне, пожалуйста, 1024 на 1024 сделаем. Зальем это все, пожалуй, каким-нибудь там серым цветом. Или даже не серым, сейчас мы закинем туда по-быстренькому. Во. Так, 1К у нас вроде там что-то уже вырисовывается. Я такой, что оставлю еще какие-то там границы для того, чтобы можно было вывести эти подложки всякие. Так, это у нас есть. Значит, потом я хочу еще подложку покрасить. А покрасить можно, если что. Если отсюда взять все это дело. Значит, и заливочку. Хоп, хоп. Ну, где-то так хотя бы. Ну, при желании поменять можно. Я думаю, наверное, чуть потемнее взять. Так, ну, типа вот такого хотя бы. Так, знаешь, я даже не сгорел, мне просто скучно одному лепать все. Ну, понимаю, как бы, да. 3:30 ночи. Мы можем попробовать на выходных там каких-нибудь, ну, в субботу-воскресенье, но гарантировать пока что я туда не могу, потому что у меня сейчас это и последующая неделя — это сплошной геморрой, который я должен пережить. Я должен еще написать учебник. Вот это меня, конечно, бесит. Потому что, ну, хотелось бы не так быстро это делать все. Но, к сожалению, ни хрена подобного. Мне тут говорят, мол, чувак, ты должен сейчас все делать. Я такой, ладно. Так, posters. Так, черт, закончил один из классов, институт, блядь, тень, это физики, все равно максимально стребовано, зарабатываю музыкой, но в тени даже постоянно второе образование получают. Ну, вариант, конечно, что. Да, ну, но то, пока учишься, всегда тенденции меняются, поэтому. Так, posters. А, господи, как это? Атлас. Так, средний размер файла, пожалуйста. По-хорошему, конечно, на без этого надо было, без сжатия. Но черт с ним. Так. Да ёп. Так, еще раз, короче, что я хочу. Я по-быстренькому сейчас делаю плоскость. Просто перетаскиваю куда. А, твою мать. Ну, типичный Макс. Короче говоря, не позволяет мне нормально сейчас. У тебя позволяет. Дерьмо собачье.
Так, это у нас, значит, study damn it poster. Так, edit поле, значит, тут разверточку. Вот, бахнули. Теперь, пожалуйста, значит, сейчас мы это дело... текстуру надо будет поменять. Так, pick texture. Так, на выходных у моей девушки нюха, так что еще на месяц отдыхать. Жестко, блин, тебе, конечно. Тут тратиться еще надо. Блин, топс. И, конечно, и сочувствую, и поздравляю, как говорится. Тут уже такое дело. Так, сейчас. Так, pick texture maps general bitmap. И, пожалуйста, дайте мне bitmap, который лежит в кафе Remake, а конкретнее в постерах Atlas. Так, вот он, хорошо. Так, теперь сейчас мы это дело подстроим под размерчики, чтобы у нас он четко все было. Так, ну я так понимаю, тут просто вот так мне не дадут ничего сделать, да, надо таскать ползунки всякие. Ползунки. Погнали. Так, сюда пошло, там есть, тут порядок. Ну, в целом, вроде как... А, вот тут не попал, да? Вот тут не попал. А хотя почему не попал? Я попал, там все нормально было. Идиот! Так, хорошо, это порядок. Заворачиваем, запаковываем. Так, постер убрать, это показать. Так, что-то не понял, что произошло. Я ж просто пипеткой хотел тыкнуть. Нет? Да, нет, да, нет, нет, да. Понятно, короче. Новый материал, потом опять-таки пипетка и... LED. Так, сейчас, парни. Постоянно все менять, надо перестраивать. Так, пока мне все надо отдыхать, у меня от них еще на месяц, блин, еще дохожу. Проект не закончишь. Действительно, ты про проект вот это с пещерой и кристаллами, или там у тебя и еще какой-то то есть. И кстати, Тим, как сейчас с продажи пошли вообще с этого? С турбо скида. Хоть есть какой-то доход оттуда вообще или нет? Так, posters. Вот он. Угу. Назначить. Вот. Хорошо. Так, ну. Май мог. Такой у нас момент, короче, постер тут один. Так, один был? Ага, вот он. Ну, типа вот такая передел. А, твою мать. Размеры-то разные. Блин. Так, ладно, я придумаю сейчас вам что-нибудь. Ну, как бы с одной стороны, там то хочется так и оставить, потому что, но вот нет. Так, повезли в Photoshop. Сейчас будем переделывать. Ай, пекло. Я думаю, наверное, сейчас мы переделаем, но попробуем быстренько кинуть в Painter. Если не получится ничего, тогда уже будем переделывать завтра, потому что я что-то подзабодался. Забодался я. Так, еще раз, значит, как у нас оно должно быть?
Я перетащу, пожалуй, Макс сейчас на правую половину, чтобы было хоть понятно, что происходит. Так, ну и получается, что? Значит, это вся шляпа тут у нас должна уйти, так сказать, наверх. Или подрастянуться даже еще больше. Так, сейчас. Так, выделение, этого диапазон. Так, нет, так не пойдет. Так, дело не пойдет. Значит, хорошо, тогда будем думать. Так, сорян, не могу. Фотки я маски скажу, он расстаешь. Так, что там у нас? Понял. Ну никак, господа, что надо. А, получается, это если либо ты не в топах, то получается оно не работает или как-то? Что-то как-то обидно. Обидно, чувак, блин, ты старался так сильно, и оно что-то. Да, зараза. Так, сейчас попробую так. Но почему-то мне кажется, что это будет плохая затея, но посмотрим. Так, сделать такой слой, значит, потом это дело все увеличить. Так, до размеров, конечно, невероятных масштабов. Подтянуть сюда. Ну и типа вот так, как бы, да. Да, повыше поставили, значит, это повыше закину. Можно даже, наверное, еще повыше. Сделать вот так. Ну и почти переход не потребуется даже. Так, я попробую нарисовать сейчас еще. О, блин, господи, я... Там резко как-то там... Он позабывал лазь управления с этого, с фотошопа. Сейчас попробуем вот так нарисовать. Так, нет. Так, что там у нас? Так, для моделирования там сильное железо, но там желательно, конечно, сильное. Чем мощнее, тем лучше. Я, например, купил на выходных оперативку. Придет она, по идее, на среду или четверг. Я надеюсь, конечно, что в среду, потому что там выходной, я могу хоть нормально переставить заняться это все дело. Вот. И чё? Так, и это у нас есть, значит, я это сохраню как, наверное, на второй постер, на всякий пожарный. Мало ли там что. Он мне JPEG сохранился. Конечно, клоун еще тот, ладно. Сохранить как PNG, можно мне? Вот. И так, что там, если навесом поработать, запрещаю средний. Ну, для высокополигональных понятно, да, что чтобы потребуется, конечно, на раскошелиться. Профессионал же года еще не понимаю.
Да, это мы шутим. Шутим так. Так. Шутим. Значит, тут теперь открыть постер. Переставить его сейчас опять-таки вот сюда. И... Я сказал переставить его сюда. И... И что? Совмещаем теперь это все дерьмо на место. Так, что у нас получилось? Так, то, что надо, получилось. Значит, сохраняем и сравниваем теперь. Так, ну что, народ, я думаю, я более-менее попал. Надпись, конечно, это самое. Ну, как бы по уровню, чего бы нет, но этот самый. Растянуть еще больше, может быть. Но опять это та, переделывать целиком понадобится постер. Я пока так оставлю. О. Кто занимается тут глиномес? Нет. Глиномес. Ну, я в тайне, конечно, хочу там стать опять глиномесом. Ну, в ZBrush, понятное дело. Не подумайте, что. Потому что то так или иначе персонажку надо будет делать, а без этого там никак. Ну и то же самое для сканов. Надо будет как-нибудь провести там стрим по сканам. Posters. Так, значит, study. Так, сейчас сохранить. Сохраняем, значит, это у нас есть. FBX у нас теперь есть. Теперь поехали в Painter. Сейчас рискнем. Так, что там? Значит, взять А7 эти поколения. Минимум, да, это 8, потому что у меня сейчас 8. А 16 я купил. А 32 у меня не поддерживают. Видяшка у меня... Да, 1050 стоит сейчас. Так, я в игру играть и моделить новым. Ну вот, да. Ну и плюс опять-таки, ну, по блоку питания я скажу, у меня сейчас стоит на 400 ватт, но пока достаточно всего. Так, Pentium 1000 годовой программу Milk... А, блин, Milkshape 3D, о боже. Я помню, ребятам, которые пилили моды на Half-Life 1, использовали Milkshape. И те, которые пилили моды на Макса Пейна, то же самое там было. Прикольные, конечно, были времена. Да, и кажется, кто-то еще до сих пор использует его. Версия 1.8.2. Ну, по крайней мере, для вскрытия это. Ну, не для вскрытия, а для просто за импортом там ресурсов из старых игр. Это там вполне себе подходит. Так, значит, что там у нас? Posters. Опа. 1К. Так, добавить, пожалуйста, текстурку. Значит, атлас пошел. Залетаем. И чё? Ага, вот он. Хорошо. Так, теперь нам понадобится один слой с base color. И я туда кину текстуру, которая у меня сейчас импортировалась, по идее, в textures. Вот она. Есть. И... Выглядит уже интересно. Но пока не начали еще. Так, смотрите, у тебя только у меня комп залит за 200 тысяч, блин. Использовал Milk. А, ну. Да. Ну, 200 косарей, мне такого бы не снилось, поэтому я даже не знаю, как тут. Так, ага, вижу. Теперь,
Machine Noise. По-моему, это то, что нам как раз сейчас надо будет. Я накину сейчас Unhide, получается, Roughness и Normal. И в Roughness кину сейчас, пожалуй, вот такую штуку-дрюку, да? Но что-то она не работает, опять же, как надо, поэтому, может быть, лучше кинуть на Hide. Так, на хайте, конечно, получается пипец как грубо. Какая грубая штука. Поэтому надо еще посмотреть, какие есть у нас вообще различные гранжи там, или где-то же есть у нас мятая бумага там и прочее дерьмо. Так, дайте посмотреть. Так. Гранж. Так, rust, scratches. Ну, царапины, понятно, что ни к чему, это же бумага. Но какие царапины вообще могут быть? Так, мятую бумагу никто не завез, я так понял, да? Так, а что у нас есть в альфах? Ничего полезного пока не вижу в альфах. Так, материалы. Может, у нас там что-то можно будет своровать из материалов? Так. Что ж, спасибо за вечер, я уже пойду, у меня сейчас больше времени. Понял. Спасибо, что приходил. Постараюсь завтра выйти тоже в эфир, примерно нам в то же самое время, так что спасибо и спокойной ночи там. Так, парни, сейчас тайлы тут всякие у нас, чё тут пока нет, но вот все есть и ничего нет, да, короче говоря, тут ох уж эти материалы. Неужто там придется ползти на Substance Share? Давайте полезем туда сейчас на сайт. Вот будем пилить там варианты собственные. Потому что что-то там это не понравилось мне то, что происходит. Так, подвисло все, короче говоря. Если по какой-то причине пропадет стрим, то вы знаете из-за чего. Uncloth. Так, сейчас посмотрим. Подвисло, короче, сейчас, чувак. Я закрою Макс, пожалуй. Поскорее бы пришла уже оператива. Надо как-то порешать вопрос. У продавца там долго и нудно, короче, его спрашивал, что делать, как делать это самое. Он там спрашивает опять, какой у тебя этот BS он стоит. А я как раз предварительно его еще обновил. Вот. И это. Ну и он говорит, если последний, то оперативка поддерживается с частотой 2400, по-моему. Или типа того. Вот. И он говорит, бери вот эту. У него там целый пакован, короче, был. Вот. И я взял. По-моему, называется Viper, кажется. А, не, Патриот, по-моему. Да. То, не знаю, почему Патриот, но по форм-фактору понравилось. Ну, поэтому я захотел такое поставить. Остальное оно какое-то все, не знаю, рогатое там, с зубами всякими, короче. Я посмотрел это дерьмо, думаю, блин, там жестко что-то. Так, процессор я-то поменял. И опять-таки, сейчас BIOS новый поддерживает оперативку с большей частотой памяти.
А процессоры там, то процессор, понятное дело, как бы там свое. Так, что-то у меня повисло целиком все нахрен, да? Так, ну-ка. Так, ну что там прислал? Так, у меня не кей, у меня обычный. У меня обычный. Так. Ну, сейчас, народ, короче, дайте я зайду на Substance Share и посмотрим, какие материалы хлопотные предложить нам могут по поводу бумаги, потому что я что-то прям... Paper. Так. Paper. Ух ты. Стены тут всякие поломаны. Так, посмотрим. Один paper, значит, у нас есть. Basic. Так, старые обои есть. Так, washi, опять же таки, японская. Ага, crumbled paper. Вот это нам пойдет. Так, ага, так, paper generator. Подозрительное название, конечно, ладно. Так, чё, как оно вообще выглядит-то? Покажите мне это. Посмотрим еще, ладно. Так, сейчас опять процессор, говоришь, да? Так, устаревший ты. Ты прям решил меня вообще добить, да? Процессоры. Так, Intel Core. i7. А, тут разные варианты еще есть, да, получается? i7, я так понимаю, 5-го поколения. Или нет? Так, устаревших, как ковыряться, может быть. Так, можно нам тупо поиск опять введу? Да ладно. Так, четвертого поколения. А, четвертое поколение. Так, 4. Нет. Так что получается в на старине там искать, что ли? Так, 7. Цесар. А, спасибо. Так, вот он. Так, хорошо. На что тут у нас вообще пишется? Так, количество 4, базанта 4. Так, смарт кэш, терри-пэри, значит, ага, вижу. Так, значит, два канала, терри-пэри, поддержка ACC нет. Понял. Ну, то заказать уже... Заказал, посмотрим, как там будет все. Так, сейчас, парни, короче, надо это дело закинуть. Так, пейпер качается, тут на что? Ну, такая себе шняга. Так, старая бумага. Не сегодня, пожалуй. Нет, это явно уже. Так, это у нас есть, хорошо. Ну, качнулось, да? Да, нет. Так, сейчас мы это дело
откроем как раз, там, закинем в Painter. Так, хоп. Угу, вот оно, значит, поверх сейчас только, хоп. Ох ты ж, боже ты мой. Что-то вообще. Так, small detail. Так, small detail убрать. Faults. Так, faults нужны, хорошо. Dirt, нет. Overall paper look. Так, ну ладно, это понятно, все наноситься будет. Так, пожалуй, это тоже убрать. Так, dirt убрать. Так, small detail убрать пока что. Так, faults. Small faults, normal faults. Так, small faults. Ну, мелкие я тоже уберу, потому что тут как бы до хрена не надо ничего такого. Так, hide faults. Посмотрим, какие тут у нас есть. Ага, понял. Держится сам на маске все, короче. Так, overall paper lock. Так, curve lighten. Так, что тут у нас? Так, ладно, это тоже не понадобится пока что. Так, paper directional. Это тоже не понадобится. Так, paper nuances. Это надо, хорошо. Так, paper color можно убрать. Или же поменять тупо, опять же, цвет на текстуру, которая используется. Так, дайте мне, пожалуйста, текстурку мою. А, блин. Так, сейчас. Конечно, жестко получилось что-то. Так, значит, что тут? Аким, так, Сос, Евгений, знаешь, где там сидим? Кокс не предлагать. Ну, понятно, что есть ArtStation, есть этот самый, господи, как его? Подскажите, блин. Все. Сейчас, короче. На пару сек. Пару сек. Так, где-то оно попадало, Ласин, сегодня этот сервис, я периодически захожу. А, Pinterest, да. На Pinterest, если лим зайти, ты потеряешься там, потому что там бесконечные просто вариации, но ты можешь просто написать он 3D там какой-нибудь и понеслось. Тут не знаю, там изображение со всего, короче, там света, наверное, на собранный. Интересно. Ну, понятно, конечно, да, понадобится зарегаться, но это уже такое дело. Ну и тут то пролистывать бесконечно на всевозможные арты можно. Это там лента не заканчивается никогда. Ты можешь тут целые на сутки провести и не закончить даже. Вот, так что. Pinterest. Как один вариант. Во. Окей, поехали дальше. Я продолжу тупить, пожалуйста. С вашего позволения. Так, color. Ага, так надо. Так, roughness. Так, ну roughness надо, хорошо. Но roughness можно и покрутить, конечно же. Так, height убрать. Roughness можно чуть-чуть вот больше сделать. Так, теперь это дело наложить как так, дайте подумать. Так, multiply, нет. Так, тазарина, знаю, счет ты книг послушать, есть какие идеи? А имеешь в виду, ну просто там на художественный кит то послушать, тут уже, конечно, но посложнее, ничего не скажешь. Я уже давно не слушал там сам ничего.
У меня прям настолько все у нас сейчас на этом, на преподавании зациклено, что я прям забодался просто. Так, значит, мы поменяем сейчас color, так, roughness metal. Но metal не надо, да, потому что у нас его нету, как бы. Так, то же самое подкорректировать сейчас height какой-нибудь, тут у нас еще есть. Так, Instagram. Ага. Ага, вот это я хотел убрать. Это прям вообще пипец какой-то. Так, значит, hide faults. Я так понимаю, тут можно на, через уровни подкорректировать. На фантастику или просто апокалипсис, метро и сталкер отпадают. Недавно. Ну... Если ли есть перевод, конечно, я не знаю. Хотя какой перевод может быть? Нету, наверное. То ни хрена. Я посмотрел наконец-то этот самый. Любовь, роботы, вот это, да, и смерть, вот. Ну и там как бы... Было, ладно, сказано, что оно по этим, по сделано по произведениям каким-то. Вот я так заинтересовался, думаю, это самое. Может быть, попробовать как-то самому это дело все посмотреть. Так, ну где-то так вот сделаем. Так, hide fault у нас есть. Может порастягивать немножечко еще попробовать. Потому что тут прям... Сделать вот такой небольшой. Так. Угу. Допустим, такой вариант. Так, фолд у нас порядок. Порядок, хорошо. Так, Рус эпоха мертвых. Это три книги, первая часть. История. Всем образом мне очень нравится. И этот самый. Ну я еще не читал, но... Вот... Можешь он попытаться этот вариант, он себе еще тоже почитать. Вот, напишу. А, блин, а перемешалась. Ну, ты понял, думаю. Тоже как бы это самое такое в духе там, ну, постапокалипсиса и так далее. Так, что я хотел? Я хотел поковыряться сейчас еще с этим. Roughness. Вот, а если так, то понадобится levels, и надо сейчас вот так вот опять покрутить roughness чуть-чуть прям самую малость, сделать его немножко так поинтереснее, может быть. Так, ну и плакат, наверное, чуть, наверное, не настолько прям. Во, сделаем так. Так, можно еще попробовать присобачить фильтр какой-нибудь там. Это, блин. Фильтр получается. Где-то там гистограмма получается. Вот. Еще вариант. И контраста добавить. Ну, по сути, это так уже наугад, но. Так, false.
еще раз посмотреть фол, значит, я хочу разобраться с масштабами, и потому что прям что-то оно... Что-то мне не очень эти складки нравятся, я вам скажу. Так, ну hardness понятно как бы. Вот стопы тоже понятно. Так, скейлы может быть чуть-чуть. Так, ну ладно, уже немножко получше. Вот, все, пожалуй, так, наверное, оставим. Хотя, мне кажется, надо присобачить еще там. Ну, фильм смотрел? Я не смотрел, кстати. Но поговаривает, что прикольный, как бы. Так, мне бы, пожалуйста, что еще мне еще? Еще один слой накинуть поверх. И этот слой у нас будет отвечать еще раз за roughness, но при этом надо сейчас чуть больше сделать. Так, roughness и черную маску, значит, и эту маску можно сейчас использовать как что-то у нас. Так, смарт маски, а ну-ка дайте мне. Так, я хочу немножко ком разбавить, скажем так, тот roughness, который сейчас есть. Так, сейчас маска поехала, я так понял, куда-то. Так, дайте мне баланс посмотреть. Я не понял, куда она вообще въехала. Ни в какую прям, да? Странно, ничего не скажешь. Может быть, под низ как-то положить его? Да нет, вроде. Так, там ничего не меняется. Твою мать. Так, еще вариант, давайте еще раз попробуем. Так, а если или попробовать опять же мультиплей какой-нибудь режим или там еще варианты. Что-то так, нормал накинуть. Так вот, ни хрена не меняется, да? Сейчас roughness опять же таки выкручу на полную. Так, Mac FM проект начал, нет, он говорил, что такой день изучать будет, а потом продолжит проект набрать. Я давненько уже за ним не слежу. Почему? Потому что, ну, во-первых, он самостоятельный на проектами я своими занят, да, и посматривать некогда. А во-вторых, как-то то возникает ощущение, что я теряю время, я просматриваю, я чью-то та работу в то время, как у меня простаивает все. Вот, и это как-то то покоя мне не дает, я вам скажу. Так, Lobos Roughness. Так, ну ладно, хорошо. А
думаю, мы так оставим сейчас пока это дело. Может быть, я как-то еще доработаю потом. Но примерно так у нас и получится. Во. Так, ну и вот такой у нас получился пока что постер. Я не знаю, там хорошо или плохо, как бы, но... В принципе, учитывая, что, что постеры обычно блестящие, делаются глянцевые, да, то, то небольшую его глянцевость мы присобачили, конечно же. Вот. В основном уже будем думать. Может, не знаю, левелс какой-нибудь еще накинуть там сейчас. Или поменять, не знаю, люминанс. Опять, если поменять люминанс, тогда накроется все полностью. Ну, попробуем так, может быть, сделать. Ну, типа того, вот. Хорошо. И я смотрю, как раз уже полночь, пора заканчивать, пожалуй, наверное, на сегодня. Мы, в принципе, достаточно сделали. Перевод потестировали. Дальше, как у меня появится больше времени, я пройду еще раз. По второму там сценарию я попытаюсь как-то это все дело повыбирать. Вот. И попутно продолжать будем еще... Еще моделировать плакаты, там жалюзи и прочие такие вещи, еще пока не закончим сцену с кафешкой. Вот. Поэтому на сегодня все. Все. И спасибо большое всем, кто приходил сегодня. Завтра, думаю, увидимся. Все, таймер я уже поставил, настроил. Вот, так что отслеживать можете на странице, когда я выйду. Если там что-нибудь не так, то там раздел объявления как раз покажет вам все. Вот. Все. Спокойной ночи всем и до завтра, ребят.